Здравствуйте, это программа «События». Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пенер. Главные темы выпуска. Выше нее только звезды. В Самаре устанавливают главную городскую елку. Деньги любят счет. Коммунальные платежи станут более прозрачными. Вечно молодой. Самарт отметил 85-летний юбилей. А он все ближе и ближе. До Нового года осталось чуть больше 2 недель. В Самаре на площади Куйбышева уже начали украшать главную городскую елку. На 24-метровой красавице смонтируют гирлянду в 1000 огней. За преображением самой большой площади Европы сегодня наблюдала Лариса Шалафаст. Главную новогоднюю елку города готовят к торжеству. Зеленую красавицу будто яркими бусами украшают гирляндой. Чтобы елка выглядела по-настоящему празднично, огней на ней будет больше 1000. Гирлянда протяженностью не считали, если честно, 1250 лампочек. Над украшением ели трудится сразу 8 человек. После того, как повесят гирлянду и 28 больших свечей, на ветвях появится 600 новогодних игрушек. Шары традиционные, красивые. Красные шары, золотые, синие. Хоть снегом зима в этом году не радует, самарцы все равно ждут праздника. У нас любая елочка с огоньками, она радует, и детишек тоже радует. Мы гуляем здесь практически каждый день, и на Новый год, конечно, будем гулять. И ждем разных приключений, аттракционов с нетерпением. В этом году из-за аномально теплой погоды ледовый городок на площади пока не появился. Но если небесная канцелярия преподнесет подарок самарцам в виде мороза и снега, то скульптуры все-таки появятся. Лед для этого готовят в северных районах области. Огни на главной елке города зажжет настоящий Дед Мороз. Он уже выехал к нам из Великого Устюга. Планируется, что новогодний волшебник приводит Самару 22 декабря. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Не только площадь Куйбышева, но и всю Самару украсила новогодняя иллюминация. Современная гирлянда создает праздничное настроение у горожан и существенно экономит электроэнергию. В тонкостях создания сказочной атмосферы разбиралась Марина Кравцова. Ни снега, ни мороза, а сосульки на елях появляются. Вечером по этим светодиодным конструкциям побегут огоньки. Новый формат иллюминации украсит хвойные деревья рядом с аркой на проспекте Юных Пионеров. На эти ели ушло 500 гирлянд. Эти светодиодные лампы практически не берут электроэнергии, очень малой по мощности. Из-за этого идет очень большая экономия. Они как бегущие огни, бегают вверх, вниз Аллея трудовой славы преобразится в этом году. Впервые эту площадку в Кировском районе украшают праздничными огнями. Посмотрите, какие красивые ставят елки. Благоустроенные аллеи, стоят скамейки, стоят урны, чтобы можно было, чтобы поддерживалась чистота. Яркие светодиодные узоры появляются и на площадях Кирова и Мочилова, и возле ДК «Луч». Новогодние украшения установили и на 19 основных дорогах Кировского района. Мы всех приглашаем посмотреть, дать определенную оценку. Если будут какие-то пожелания дополнительные, мы готовы их учесть. Оперативно мы украсили район, но единственное, что нет пока снега и мороза. У горожан уже праздничное настроение. Оживляет. Вот с дочкой хожу сейчас, она говорит, как красиво, как красиво. Ну надо же, как красиво придумали, не надо. Это ничего, рубить живую елку закрасили, я там отметила. И здесь смотрю, тоже красиво. Сиянием залито и здание районной администрации, а над Московским шоссе и Ракитовском мосту в центре светодиодной гирлянды герб Самары. Для того, чтобы почувствовать атмосферу праздника, зарядиться положительными эмоциями, достаточно просто прогуляться по Самаре. Улицы, скверы, бульвары, парки украшают самые разнообразные сказочные узоры, созданные с помощью гирлянд, навесов, перетягов, консолей, инсталляций. И такое яркое новогоднее убранство в каждом районе города. Дополнительная иллюминация в этом году и на улицах Осипенко, на площади Куйбышева, на Ленинградской. Сияние городу добавляют и фирмы, которые тоже украшают фасады. Самые креативные примут участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.
Чтобы нарядный вид города ничто не омрачало, елочные базары в Самаре ждет еженедельная инспекция. Торговые точки должны быть чистыми, а сами деревья упакованы в специальную сетку. При этом нелегальные лавочки могут уже сворачивать бизнес. Праздник под контролем. Сюжет Марины Матвешиной. Запах хвои на самарских улицах еще больше усиливает ощущение приближающегося праздника. В городе начинают разворачиваться елочные базары. Зеленую красавицу можно будет купить в любом районе. Под торговлю оборудовано 187 площадок, рапортует руководитель департамента потребрынка Андрей Власов на оперативном совещании в администрации. К каждой торговой точке строгие требования. Организация услуги по упаковке хвойных деревьев на торговых точках, реализация хвойных деревьев надлежащего качества, не допускается реализация хвойных деревьев с пожухлой или желтой хвоей. Прежде чем попасть в продажу, хвойные деревья проходят жесткий контроль соответствия. Ничто не должно испортить праздничного настроения самарцев, подчеркивает глава города Олег Фурсов. И поручает городской административно-технической инспекции по благоустройству и департаменту потребрынка обеспечить чистоту и порядок торговых точек. Пожалуйста, еженедельные или там ежедневные, так сказать, инспекции, пожалуйста, организуйте, чтобы был порядок. Чтобы была чистота, мы должны переходить на новый уровень культуры. Это касается и санитарного содержания площадок, где торгуют елочными изделиями. С несанкционированными елочными базарами разговор короткий. Их будут вывозить из города. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов, Григорий Плешаков. События. В Самаре почтили память погибших на Северном Кавказе. В декабре 1994 года 81-й полк, в который вошли почти 500 молодых ребят со станции «Красный Крыжок», отправился на Северный Кавказ, прямиком в город Грозный. Поначалу, признаются ветераны, все думали, что к праздникам успеют вернуться домой. Но основной бой состоялся 31 декабря. Бойцы блокировали вокзал и дворец Дудаева. И уже после того, как подоспело подкрепление, взяли объекты штурмом. 145 солдат не вернулись из боя. 14 декабря считается днем памяти. Несмотря на всю тяжесть тех боев, которые были у нас, а мы были первые, и были, к сожалению, большие потери. Но полк все-таки задачу свою выполнил. И мы помним всех своих ребят, благодарим родителей. И горды тем, что мы не посрамили честь ни вооруженных сил, ни честь российского солдата. Самарские приставы вошли в пятерку лучших по стране. Такую оценку их работе дал руководитель федеральной службы Артур Парфенчиков. В Самару он приехал для вручения главного символа регионального управления – знамени. С торжественной церемонии репортаж нашего корреспондента. Личный состав построен. Самый ответственный момент церемонии. Указ о вручении знамен всем региональным управлениям подписал президент Владимир Путин. Самарская область стала одним из первых регионов, куда доставили полотнище. Знамя на российской земле – это абсолютная святыня. Это символ чести, мужества, знак доверия людям в погонах со стороны народа, со стороны общества, со стороны государства. По окончании церемонии с главным судебным приставом страны встретился губернатор Николай Меркушкин. Обсудили итоги работы. В 2015 году в областное управление поступило почти 1,5 миллиона исполнительных производств. Это взыскание кредитных долгов, задолженностей по алиментам, а также недоимок по транспортному налогу. Из последнего в том числе формируется областной дорожный фонд. На 12% пока мы сейчас идем выше, чем в прошлом году. Это в дорожный фонд дополнительно 320 миллионов рублей. Достаточно тоже существенной суммы. Это можно в городе Самаре сделать две улицы, отремонтировать. Мы стараемся сейчас в комплексе оценить работу наших подразделений. Самарская область вот на 30 ноября мы посмотрели, ну, скажем так, даже в пятерку входит лучших регионов. Вскоре служба перейдет на электронный документооборот, благодаря чему каждый судебный пристав сможет завершать до 200 исполнительных производств в день. Со следующего года в Самарском управлении по-новому заработают два отдела. Сергей Кизоркин, Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События. Прямой расчет.
Платежи за услуги ЖКХ станут прозрачными. В Самаре хотят вернуться к старой схеме, когда единый информационно-расчетный центр, сокращенно ЕРЦ, напрямую подчинялся городским властям, что позволит раз и навсегда решить проблему с долгами управляющих компаний перед поставщиками ресурсов и снимет с повестки дня вопрос, куда утекают деньги за воду, свет и газ, которые жители платят коммунальным конторам. Депутаты губернской думы на профильном комитете уже одобрили это предложение. Когда новшество обретет силу закона и скажется ли это на цифрах в платежках, выясняла Марина Кравцова. Единый информационно-расчетный центр, сокращенно ЕИРЦ, позволит упорядочить все платежи жителей. Деньги будут поступать не на счета управляющих компаний, а аккумулироваться в муниципальном учреждении и уже оттуда перечисляться напрямую ресурсоснабжающим организациям. Такой подход позволит избежать долгов перед поставщиками воды, тепла и электричества. А деньги жителей не будут исчезать вместе с организациями, которые не прижились на рынке ЖКХ. Финансовые потоки станут прозрачными. На этом этапе как раз и задача стоит, чтобы сегодня деньги населения не пропадали. В течение 2016 года в львиной доле все управляющие компании должны работать через единый расчетный кассовый центр. Если этого не произойдет, значит, управляющая компания есть что скрывать. Пока ЕРЦ обслуживает только Самару, но в перспективе, когда в силу вступит федеральный закон, подобные расчетные центры могут появиться и в других городах 63-го региона. Будем создавать по всей территории единый информационный центр. На тот момент Самара уже будет со своим информационным расчетным центром. И по примеру Самары, по этой схеме будут запускаться в муниципалитетах и других городах единый информационный центр. На своем кошельке самарцы перемен не почувствуют, а вот качество коммунальных услуг может значительно вырасти. ЕРЦ станет еще одним инструментом контроля работы управляющих компаний. Марина Кравцова, Константин Головин. События. А сейчас коротко о других темах дня. Старту готовы. Ракетоноситель «Союз-ФГ» производства самарского завода «Прогресс» выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз-ТМА-19М». На нем к Международной космической станции отправится новый экипаж. Продолжительность экспедиции составит 143 дня. Экипажу предстоит выполнить целый ряд задач, связанных с наукой или отработкой новых технологий. Запуск ракеты намечен на вторник, 15 декабря. После трагедии в Воронежской области, где в огне погибли 23 пациента психоневрологического интерната, в Самарской области проверят пожарную безопасность больниц и учреждений соцобслуживания населения с круглосуточным пребыванием. Контролировать проверки будет специально созданная при МЧС России рабочая группа. Самарские полицейские пресекли деятельность незаконного игрового клуба. Заведение находилось в одном из домов Куйбышевского района. Из помещения, оборудованного под игорный зал, полицейские изъяли 22 монитора, 21 системный блок, а также почти 30 тысяч рублей. По версии сотрудников органов внутренних дел, нелегальный клуб организовала 24-летняя жительница Самары. В Самарской области появилась партия поддельных 5000-х купюр. В Кинеле полицейские задержали женщину с фальшивой банкнотой. Ранее деньги с подобными номерами не изымались. Вполне возможно, это новая партия. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Хранение и сбыт поддельных денег». Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы. Изменились коды бюджетной классификации в реквизитах для перечисления доходов, администрируемых городским департаментом управления имуществом. С новыми реквизитами, которые вступят в силу с 1 января 2016 года, можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Самара по адресу, который вы видите на экране. Вдохновляют своим примером. Праздник, посвященный Международному дню инвалидов, в Самаре в этом году отметили особенно масштабно. В Доме культуры железнодорожников выступила заслуженная артистка России Диана Гурцкая. Она приехала по приглашению главы города. Певица незрячая от рождения доказала, что даже в таком положении можно добиться большого успеха. О неограниченных возможностях репортаж Олега Зверева. Это настоящее произведение искусства. Сделать подобное по силам не каждому здоровому человеку. А тут люди с ограниченными возможностями здоровья. Участники организации инвалидов Самары привезли свои работы, которые доказывают, что творчеству инвалидность не помеха. Творчество, ну какая-то реализация своих идей, каких-то мыслей.
Творчество инвалидов высоко оценил глава города Олег Фурсов, осмотрел работы. По его мнению, они заслуживают большего внимания. Тем более, что показывают, что возможности этих людей, вопреки сложившемуся мнению, на самом деле не ограничены. Ансамбль «Жестовые песни» открывает большой праздничный концерт. Сегодня на этой сцене есть место для тех, кто, несмотря на инвалидность, смог добиться успеха в разных видах творчества. Открывает торжество Олег Фурсов. Сегодня в Самаре реализуется целый комплекс мер социальной поддержки, проводятся спортивные и творческие мероприятия. И самое главное, для них создается безбарьерная среда, чтобы каждому дать возможности наравне со здоровыми жителями города. Из года в год создаются больше условий для того, чтобы возникла безбарьерная среда. Конечно, предстоит сделать еще очень-очень много для того, чтобы все вы чувствовали себя полноценными и полноправными гражданами нашего замечательного города. И власть в этом направлении очень внимательно, настойчиво работает. Глава города вручил дипломы и премии конкурса «Мир равных возможностей». По традиции они присуждаются за достижения в области образования и науки, технического и народного творчества, производственной и общественной деятельности. Борис Клименко получил награды в номинации «Литература и искусство». Тебя знают, о тебе говорят, тебя заметили. Конечно, важно. И вот кульминация концерта поет Диана Гурцкая. Незрячая от рождения, она смогла добиться многого. Заслуженная артистка России и общественный деятель, ее пример вдохновляет не только инвалидов. Она организатор международного благотворительного фестиваля «Белая трость» в помощь незрячим и слабовидящим детям. Участников проекта, наиболее талантливых юных музыкантов, она отбирает в разных странах. Обычно от каждого города выступает один участник. Самара – тот редкий случай, когда для конкурса отобраны двое. Ансамбль «Смайлики» и Данил Хачатуров. В Самару Диана приехала по приглашению главы города. На концерте Олег Фурсов преподнес букет цветов. Олег Борисович, вы знаете, вы тот человек, вот вы здесь отдаете душу, сердце. И хочу сказать, что, дорогие мои, каждая ваша боль, каждое ваше переживание, ваша радость чувствует этот человек. Огромная вам благодарность за то, что вы делаете для этих замечательных людей. Этот праздник, этот день, эту улыбку детей. Нынешнее торжество стало самым масштабным праздником, посвященным инвалидам. Благодарственные письма вручила также председатель городской думы Галина Андреянова. Одной из них получил семейный ансамбль «Жестовые песни», тот самый, который открывал концерт. Мы должны по-другому посмотреть на город. Мы должны уделить внимание своему подъезду, своему дому, своим родным и близким, своим соседям. Поэтому давайте возьмем пример с тех, кто сегодня участвует в этом мероприятии. И особенно важно, что инвалиды в Самаре не оставлены один на один со своими проблемами. О поддержке людей с ограниченными возможностями Диана Гурцкая говорила на пресс-конференции. Я сегодня увидела людей, в которых я увидела надежду, почувствовала надежду и веру в себе. Существует программа «Доступная среда». Мы говорим об интеграции, об инклюзии. Понимаете? И это уже о многом говорит. И я считаю, что мы очень такими верными, да, и уверенными шагами идем вперед. И по мнению певицы и общественного деятеля Дианы Гурцкой, особенно важно, что добрые отношения и внимание со стороны города к тем, кто слабее, дает им возможность быть такими, как все, а значит, быть способными на большие успехи. Олег Зверев, Марина Кравцова, Максим Гусев. События. «Вечно молодой» – единственному театру Самарской области, обладателю самой престижной в России премии «Золотая маска» Самарту уже 85. Как всегда, в праздник актеры встречали гостей на сцене. Для зрителей, а в театре был предсказуемый аншлаг, они приготовили подарок – спектакль-концерт. «Мы вращаем землю», куда вошли отрывки из самых любимых в Самаре постановок. Марьяна Мирная присоединилась к поздравлениям. Последние приготовления за кулисами. Все волнуются, но вида не подают. Театру юного зрителя «Самарт» 85 лет. Тут вот ходят практически все мои ученики, потому что даже вот начиная от Димы Добрякова и Игоря Рудакова, которому сейчас, они такие большие детки, мне уже по 45 лет. И
большая часть труппы – это мои ученики, поэтому, ну как вот в семье, да? Это как в семье, это как дети. Они же и кто-то называет папой, кто-то называет учитель, кто-то как-то. И поэтому, конечно, хочется пожелать, чтобы у всех было очень спокойно на душе. Актеры готовятся ни много ни мало вращать землю. Спектакль-концерт с таким названием подготовили юбиляры для своих зрителей. На творческом вечере звучат песни из давно полюбившихся спектаклей Самарта. «Мамаша Кураж», «Бумбараш» и «Опять цветет акация». Кто-то там впереди. Большой зал «Самарта» с трудом вмещает всех желающих поздравить коллектив с праздником. Среди гостей именитые актеры, журналисты и, конечно, представители областных и городских властей. Ваша работа позволяет влиять на тот уровень культуры, который существует у нас в Самаре. Все мы хотим, чтобы рост, чтобы вот эта культура неуклонно росла и повышалась, потому что от того, насколько человек культурен, насколько интеллигентен, зависит в целом, наверное, обстановка в городе, в области, в стране. Понимаем, что следующий юбилей мы точно будем отмечать в новом здании. Новый зал уже практически готов. В следующем году он должен начать работать уже на полную мощность. И я думаю, что возможностей для постановки еще более интересных, еще более знаковых спектаклей прибавится в театре. Актеры, да и зрители давно мечтают перебраться в новое здание. По проекту в зрительном зале планируется сцена-трансформер. Театр – организм живой и развиваться должен с каждым вздохом. Мы думаем, что это как раз после той самой зрелости, уже которая сложилась в коллективе за многие-многие годы. И прежде всего благодаря тем поколениям, которые прошли эти грозные 40-40-е годы, военные годы. По человеческим меркам 85 – солидный возраст. Для театра же лишь ступень в творчестве. Жизни. Смелых планов у «Самарта» предостаточно. Актеры обещают порадовать новыми спектаклями уже в 20-х числах декабря. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События. В самарском зоопарке пополнение. Трех мартышек из Африки и Южной Америки первый раз показали публике. Выход в свет совпал с Международным днем обезьяны. Родился этот праздник из розыгрыша, когда один американский художник в шутку сделал в календаре друга пометку о дне обезьяны, которую потом они вместе отметили и стали продвигать в интернете. Праздник теперь отмечается во всем мире. Присоединился к нему и самарский зоопарк. С его новыми обитателями познакомилась Валерия Макарова. Капуцин по кличке Джек, точно такой же, как в «Пиратах Карибского моря», теперь есть в самарском зоопарке. Настоящий чертенок, улыбаются сотрудники зверинца. Сообразительный, шумный и непоседливый. Сосед Джека – его полная противоположность – стеснительная зеленая мартышка. Его только забрали от мамы, хотя он и такой, ну, относительно взрослый, да, год с лишним. Но все равно первые дни мамы не хватало ему. А последние, вот сколько, 2-3 дня, видимо, нагляделся на своего соседа, что здесь тоже можно веселиться, и вовсю прыгает по клетке, радуется жизни. Но всеобщим любимцем стала обезьянка по кличке Саймон, потому что он единственный, кого можно взять на руки. Сегодня в самарский зоопарк мы приехали не с пустыми руками, а, как видите, с такими подарками. Вот только новым питомцам такой подарок оказался не по зубам. Саймон из семейства цепкохвостых, а официально его вид называется беличий саймири. Он самый маленький и молодой среди своих сородичей в зоопарке. Лакомиться предпочитает вовсе не бананами. Насекомые. Это ее самая любимая еда. Особенно сверчков. Она их сразу в две лапки берет там по 5-6 штук и потихоньку с двух рук начинает их кушать. Познакомиться с Саймоном поближе и сделать фото может каждый посетитель. По вторникам и субботам с часу до двух в зоопарке проходит акция «Погладь меня». Валерия Макарова, Максим Гусев. События. А сейчас пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Капитан фрегата в свою команду собрал опытных хоккеистов. Некоторые прошли спортшколу ЦСКА ВВС, успели поиграть в юниорской лиге. Однако большинство – товарищи с соседнего двора. В премьерном матче регулярного сезона НХЛ победили со счетом 9-1. Интересно было, но не все получается, как у нас запланировано было. Но ничего, будем работать над этим на тренировках. НХЛ – ночная хоккейная лига. 5 лет всероссийскому спортивному проекту. Руководители – звезды советского хоккея. За путевку в сочинский финал на самарском льду сражаются 6 команд. «Маяк», «Город», «Кинель-Агро», «Крылья», «Фрегат» и «Флагман». Для нашей области, я бы так сказал, этот сезон дебютный. Надеемся, что команды
покажет хорошие результаты и достойно отыграет на суперфинале в Сочи. Все команды достаточно титулованные, занимали призовые места по итогам региональных первенств. Вот поэтому чемпионат должен быть интересным. В Самаре чемпионат НХЛ проводит областная федерация. Третий сезон играют любители «Кому за 40». Для студентов этот год премьерный. И у каждого из спортсменов свои цели и задачи. Одни мечтают хорошо научиться играть в хоккей, другие подняться на пьедестал почета. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара ГИС» в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся!